Какого хи... Говорит Майкл Брайс, агент безопасности. Я вытащил клиента. Нужна зачистка. Думаю, стоит вызвать саперов. А, нет, лучше пожарных. Это моя машина? Боюсь, что да. Присаживайтесь, денек был непростым. Продолжается суд. Над одним из самых жестоких диктаторов мира. Все ждут основного свидетеля. Уверяю, мы предотвратим любую угрозу. Предотвратил, мазафака. Когда Кинкейд сдохнет, получишь всю сумму. Неподалеку есть убежище. У меня для тебя работа. Объект вон там. Какого хи... 27. Столько раз этот говнюк пытался меня убить. 27. 28! Ты без меня и часа не протянешь! Размечтался, сучонок! Скажите, а где ваш муж? За мужем моим не уследил. Это твоя работа, мазафака! Есть один расклад, при котором Брайс и Кинкейд не выжил. Они прикончат друг друга. Будьте так любезны. Пистолет! Да! Йоу, ты закончил? Так, на счет три. Раз. Мой косяк. Да ладно. Если жизнь повернулась к тебе жопой, засади ей. Главное, успеть, пока она не погребла себя под кучей дерьма.